череде постоянных дедлайнов ты забываешь жить, забываешь отдыхать. Пытаясь справиться самостоятельно, ты можешь потерять куда больше. Живи полной жизнью. Остальным займется автор 24. Спасибо, герой, что помогаешь мне найти молот моего деда. Я уронил его в колодец рядом с Ханивудом. Так, этот квест за пределами Ханивуда. Да. Так, ладно, Слушай, я сейчас пару вещей закончу и сразу вернусь. А может это подождет, герой? Ну, в смысле, колодец прямо здесь, это же буквально минуты займет. Да, я просто... у меня там есть пара побочных квестов, и я хочу их закончить до того, как покину Ханивуд. А в смысле побочные квесты? Да, там надо овец Грега найти, цветы какие-то собрать, и плачущий NPC что-то хотел. Да, именно, в смысле эти квесты, они же где-то там. А квест, который прямо сейчас? Он же прямо здесь, надо дойти до колодца, это займет меньше 30 секунд. И мы на эти 30 секунд покинем Ханивуд, и я просто... переживаю, что эта миссия станет какой-нибудь огромной. Ты видишь колодец? Он же прямо здесь. Не знаю, чего ты ломаешься. Это займет буквально 30 секунд. Туда-сюда. 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 Что может случиться? То есть мы просто достанем твой молот и вернемся сразу в Ханивуд. Достанем молот и сразу вернемся в Ханивуд. Окей. Я богом клянусь, если это превратится в какую-нибудь огромную миссию, я из себя выйду. Если это превратится в большую миссию, да вот же колодец, как он в это превратится? Мы пойдем, достанем молот и вернемся. Ну как это может превратиться в большую миссию? Ладно, хорошо, хорошо. Самое смешное... Нет. Ты куда смотришь? Нет! Нет, нет, черный полос, уберите их! Маяки Мирамара зажгли! Да чтоб тебе! Нет! Это может значить только одно! Пропустить! Отменить квест! Драконий Шмагенрога вернулись! Забудь про молот! Герой, ты обязан пойти со мной! Ух, 3 недели путешествия, конечно, пошатали наши старые кости. Итак, мы путник. На самом краю Шмагенрога. Теперь мы можем только мечтать когда-нибудь вернуться в Ханивуд. Я найду нам припасы. О, нет. Нет, 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 нет. Су! Эпичный NPC мужика перевел и озвучил виски. Ага. Нет, 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 нет. Сурово! Что за суровое? Очень суровое приключение, Шмагенрог.